Здравствуйте, вы смотрите вечерний выпуск новостей. И вначале коротко о главном. Очередная колонна переселенцев отправлена в город Лачин. 18 семей, в общей сложности 59 человек, возвращаются в родные края, где для них созданы все условия для постоянного проживания. Ответственные политики не должны безответственно относиться к тем документам, которые выработаны по итогам сложного исторического процесса. В МИД России прокомментировали высказывание главы армянского правительства относительно трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года. Единство стран тюркского мира в турецкой провинции Кахраман-Мараш, пострадавшая от разрушительного землетрясения, открылась начальная школа имени Гейдара Алиева, построена на средства Азербайджана. В Азербайджане продолжается возвращение граждан на освобожденные после оккупации территории. Сегодня из Городахского района азербайджанской столицы в направлении Лачина отправилась автоколонна с вынужденными переселенцами. В родной город вернулись еще 59 человек в составе 18 семей. Таким образом, в Лачине обеспечено постоянное проживание 570 азербайджанских семей. Ну, а население города составляет 2090 человек. Очередная группа бывших вынужденных переселенцев в общей сложности 59 человек прибыла на постоянное место проживания в Лачин. Семьям были вручены ключи от их новых домов. Утром группа выехала из жилого комплекса Гобу Парк 3 Городакского района Баку и отправилась в город Лачин. Это 18 семей, которые временно проживали в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях и административных зданиях в различных районах республики. Сегодня вместе с членами своей семьи мы возвращаемся в Лачин. Я один раз уже был в Лачине, но сегодня я уезжаю туда навсегда. Вы не представляете, как я счастлив. Я работал в сфере медиа. Сейчас мне 64 года. Моя жизнь поделилась надвое. Половина ее прошла там, а половина здесь. Моей радости нет предела. Это чувство невозможно выразить словами. Я хочу, чтобы все вынужденные переселенцы вскоре вернулись на свои родные земли. На момент, когда я покидала Лачин, мне было 28 лет. Сейчас мне 61 год. Я возвращаюсь на родину с супругом и дочерью. Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я благодарна президенту за этот день. Да хранит Всевышний азербайджанскую армию. Это радостный момент, когда спустя более 30 лет мы с семьей возвращаемся в Лачин. Мы очень рады и гордимся этим. Да упокоит Всевышний души наших героев. Я очень благодарен нашему верховному главнокомандующему за этот день. Я желаю, чтобы все жители вернулись в освобожденные районы, на свою малую родину. На сегодняшний день в Лачине продолжаются строительно-восстановительные работы. Реконструируются дома бывших переселенцев, строятся новые, благоустраиваются села, прокладываются автомобильные дороги, а также возводится самый высокогорный аэропорт на территории Азербайджана. Переселившиеся после 30-летней разлуки в родные края семьи будут жить в комфортных условиях со всеми удобствами. От своих бабушек и дедушек я много слышала о том, какая в Лачине красивая природа. Дай бог, сегодня поеду и увижу своими глазами. Я еду на родину вместе с родителями и продолжу там свою учебу. Думаю, что найду общий язык с новыми друзьями. Последние 4 года я жил мыслью, что скоро вернусь в Лачин. Мне сейчас нелегко говорить. Я очень люблю свою родину. Сегодня я возвращаюсь со своей семьей и дочерью. За эти годы я потерял 90% моих родственников. Я благодарен Ильхаму Алиеву, я целую руки матерям и отцам наших героев. Желаю здоровья нашим ветеранам. Напомним, что на данный момент в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 570 семей или 2090 человек. Жаля Гусейнова, Эллада Мамедова, Балифа Бахшиева, Сеймур Гулиев, CBC. Минобороны Азербайджана сообщает об очередной провокации вооруженных сил Армении. Атака была направлена на азербайджанские позиции около села Гейдарабад Садаракского района Нахчеванской автономной республики. Стрельба случилась сегодня около 11 часов утра. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. Так говорится в сообщении военного ведомства.
Агентство США по международному развитию USAID увеличит денежную помощь Армении более чем в два раза, со 120 до 250 миллионов долларов. Соответствующее соглашение, согласно релизу, подписали вице-премьер Гер Григорян и директор армянской миссии USAID Джон Алело. США предоставят Армении средства по программе «Иностранное военное финансирование», чтобы облегчить ей доступ к передовой военной технике и новейшим технологиям. Учитывая откровенно проармянскую политику USAID, щедрые жесты этой организации в отношении Армении не вызывают удивления. Это лишний раз подчеркивает, что USAID, занимающийся реализацией государственных интересов США за рубежом, находится под влиянием армянского лобби. Активное финансирование правительство Пашиняна со стороны USAID показывает, что на Южном Кавказе именно Армения является надежным пристанищем для шпионской деятельности этой американской структуры. О том, какие цели преследует эта структура на Южном Кавказе, мы поговорим с Юрием Обочаровым, политологом из Израиля. Здравствуйте, Юрий Борисович. Добрый вечер. Как вы думаете, все-таки с чем связана вот такая чрезмерная активность USAID в стране камней, вот, и против кого в целом все это направлено? Для начала, чтобы наши слушатели поняли, что за, это вообще за организация. Дело в том, что USAID – это высший федеральный орган государственного управления Соединенных Штатов Америки. И его руководитель назначается президентом по согласованию с Сенатом. То есть вы понимаете уровень этой организации. И теперь самое интересное. В организации, так сказать, в программе ее записано, что основными направлениями деятельности USAID является развитие экономики, демократии, здравоохранения и содействие в предотвращении конфликтов. Но, понимаете, тут вот отсюда и начинается, как решаются эти проблемы. Знаете, я думаю, меня очень хорошо поймут сейчас рыбаки, те, кто занимается рыбалкой. Все понимают, чтобы поймать большую рыбу, ее надо сначала прикормить. Вот через эти структуры и идет прикормка. Как журналистов, как депутатов, как общественность, как многие. Ведь понимаете, что такое программа обучения демократии? Как это делается? Очень элементарно. Создается МПО, которая учит журналистов демократии. И при этом, знаете, платится стипендия. К примеру, 1,5-2 тысячи долларов в месяц. Вот стипендия студенту-журналисту. И вот когда он 2-3 месяца походит на эти курсы, он уже начинает понимать, за что ему платят. И когда ему предлагают что-то другое написать, нужное для заказчика, в своей прессе, в своей районной или центральной газете, он уже понимает, как и что писать. То же самое, например, развитие экономики. Этих денег не хватит ни для одного серьезного экономического проекта, но их хватит для того, чтобы поменять ряд экономических законов в самом правительстве, в самом, чтобы те, кто завтра придут, смогли легче работать в этой стране. Понимаете, зачем далеко ходить, если мы вспомним, как эта система работала в свое время в России. Так знаете, как в любой системе надо отчитываться. Так вот, и эта организация отчитывалась перед Сенатом, что ей при ее участии непосредственно в 2001 году ей удалось поменять земельный кодекс России, позволяющий иностранцам покупать, продавать и владеть земельными участками. Она также повлияла на выработку Конституции, Гражданского и Налогового кодекса России. Но Россия потом в 2012 году выдвинула эту организацию, поняв, на что идут деньги. Армения пока это не поняла. Вернее, знаете, так скажем, тому, кто надо, все прекрасно понимают, для чего это деньги, куда они пойдут и на какое влияние они будут. Поэтому, в принципе, и сам Пашинян, так сказать, рвался на все эти встречи, даже в Брюсселе встречался с представителем, с директором этого агентства, чтобы сказать, видно, что он главный, что деньги пойдут через него. Но и самое проблематичное, как вы сказали, в этом аспекте, что деньги пойдут на частичное перевооружение армянской армии. То есть мы видим, что за последний год Армения всеми силами накачивается вооружением. Она приняла огромнейший бюджет, 1,5 миллиарда, почти 1,4 миллиарда
долларов военный бюджет, значит, она закупает оружие у Ирана, у Индии, она покупает, получает оружие из Франции. То есть Армения не идет к миру. И вот эти структуры как бы и контролируют этот процесс туда, куда пойдет Армения. Они пытаются проконтролировать, чтобы, знаете, как в нужный момент нужные люди вышли на площадь, и в нужный момент нужные депутаты проголосовали за то иное решение. Вот вся прикормка будущей рыбы под названием Армения, которую хочет, понятно, затащить в свои сети как Соединенные Штаты Америки, так и весь блок НАТО. Тут, к сожалению, все упирается в элементарную, знаете, так сказать, диалему. Ничего личного, только бизнес. Вы продаетесь, мы покупаем. И все, к сожалению. Да, вот интересно, что американцы пытаются уверить всех в том, что их шаги в отношении Еревана направлены исключительно на усиление безопасности Армении, неприкосновенности ее границ. Но вот то, что в течение 30 лет, пока территории Азербайджана находились под оккупацией, США не вспоминали о территориальной целостности, неприкосновенности границ Азербайджана. То есть здесь вот получаются двойные стандарты, разве не так? Европа и Америка – это всегда система двойных, а то и тройных стандартов. Мы уже привыкли. Знаете, как я и сказал раньше, их деятельность красиво заувалирована. Содействие в предотвращении конфликта. Да, мы вооружаем армянскую армию, чтобы не было конфликта, чтобы в случае чего она могла защитить свои, так сказать, свое национальное достояние и свои границы. Но мы не отвечаем за то, что в какой-то прекрасный момент армянская армия может перейти границу и, согласно решению своего правительства, открыть новые задачи. Например, там, поднять снова идею Арцаха или еще какую-нибудь бредовую идею. Мы за это не отвечаем. Мы отвечаем за то, что мы дали деньги, на то, что нужно нам. Вот и все. То есть это обычная игра, обычная стандартная американская игра, и не только американская, и европейская это. Также Франция поступает, также поступает Англия со всеми своими нынешними и будущими колониями. Прикормить, захватить, руководить. И все. Понимаете? Старая игра, мы все это прекрасно понимаем, но, к сожалению, те, кто сегодня находится у власти в Армении, этого не хотят понимать. Ну, потому что они, мне кажется, уже прикуплены и прикормлены. Так что, чего говорить той рыбы, которая сидит на крючке. Пашиняна давно поймали, так что ловят всех остальных. Нам лишь приходится готовиться к худшему варианту и именно быть готовым к любому развитию событий. Ну, я думаю, в регионе, как говорится, вам не привыкать быть готовым к любой трагической и серьезной ситуации. Конечно. Спасибо большое за ваш комментарий. Юрий Бочаров, политолог из Израиля, к нам подключался. Москва уважает стремление Баку к установлению более тесных отношений с БРИКС. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, на данный момент более 30 стран выражают интерес к развитию системных отношений с БРИКС, и Россия, как союзник, готовы помочь Азербайджану в укреплении связи с этой международной организацией. Захарова также прокомментировала вопрос создания Зангезурского коридора. Она призвала Армению проявлять уважение к подписанным ею документам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз раскритиковала высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Последний на днях процитировал трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, но упустил часть, в которой говорится, что контроль за транспортным сообщением между западными районами Азербайджана и Нахчевана будут осуществлять органы пограничной службы ФСБ России. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали армянского премьера не манипулировать существующими документами и их положениями. Мы видим неоднократные попытки манипулировать как существующими документами, так и их положениями. Знаете, как в известной репризе «то играем, то не играем». Все-таки речь идет о международном праве, о документах, которые подписаны сторонами, на которые стороны регулярно
ссылаются. И мало того, говорится о документах и цитируются документы, которые реализуются. И реализуются они, знаете, не по мановению волшебной палочки, а людьми, которые, так сказать, вносят свой вклад, которые жертвуют своим не только временем, а порой и жизнью для того, чтобы написанное стало явью. Поэтому вот так вот легковесно, если не сказать безответственно, относиться к цитированию документов, мне кажется, нельзя. Нужно с уважением относиться к усилиям тех, кто вырабатывал соответствующие положения соответствующих документов, тоже во имя мира в регионе и стабильности в регионе, а не играть в слова. Вот это самое важное, что ответственные политики не должны безответственно относиться к тем документам, которые выработаны по итогам сложного исторического процесса. Говоря о проекте Зангезурского коридора, Мария Захарова прокомментировала и утверждение о разногласиях по этому вопросу между Ираном и Россией. Ранее иранские СМИ сообщили, что российский посол в Тегеране был вызван в МИД Исламской Республики из-за поддержки Москвы открытия транспортного сообщения. Россия, отметила Захарова, четко изложила свою позицию по Зангезурскому коридору. Мы находимся с партнерами в контакте, причем это постоянный контакт. Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет по этой теме. Мы исходим из того, что изложенная нами аргументация была в Тегеране услышана и воспринята. И ясно, что антироссийскую информационную кампанию инспирировали определенные круги, которые используют любую, даже самую нелепую возможность, чтобы внести разлад в отношения расширяющегося стратегического партнерства между Москвой и Тегераном. Делают они это, очевидно, вот те, кто стоят за подобными провокациями, не без подсказки в интересах Запада, потому что от подобного развития событий, от подобных волн, от подобных информационных кампаний выигрывают только западники. В МИД России также прокомментировали либерализацию визового режима Армении с Евросоюзом. По словам Захаровой, Брюссель посредством этих переговоров получит новые рычаги давления на политику Еревана. Мне кажется, что уже все прекрасно понимают, что подобная щедрость западников в текущих геополитических реалиях, она всегда должна восприниматься с настороженностью. И не вызывает сомнений, что вопрос визовой либерализации носит сугубо конъюнктурный характер. Он продиктован конфронтационной линией Европейского Союза на распространение своего влияния на Южном Кавказе и попытками разжечь в регионе геополитическое соперничество. А по сути, сами же западники формулируют это как открытие второго фронта против России. Во внешнеполитическом ведомстве России уверены, Евросоюз дает всевозможные обещания, но цель не меняется. Запад пытается подчинить себе региональные государства и вынудить их обслуживать собственные интересы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз раскритиковала действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она призвала главу армянского правительства не манипулировать трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Ранее Пашинян озвучил претензии к официальным лицам России. Правда, он не стал уточнять, кому именно адресованы его слова. Премьер заявил, что один из высокопоставленных чиновников России неправильно интерпретирует трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении. По словам премьера, безопасность транспортных коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахчеваном должна обеспечивать армянская сторона, а не силы погранвойск ФСБ России. Это простой текст, общедоступный, его можно открыть и прочитать, произнес с ухмылкой Никол Пашинян. При этом политик не стал упоминать, что в том самом заявлении черным по белому написано «контроль за транспортным сообщением» осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. В Москве тем временем потребовали от Еревана проявлять уважение к достигнутым договоренностям. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с послом Азербайджана в этой стране Гусейном Гулиевым. Как сообщает узбекское ведомство, отмечена важность наращивания партнерских связей между деловыми кругами двух стран и развития межрегионального сотрудничества.
Стороны приветствовали позитивную динамику торгово-экономических и инвестиционных связей, основанных на теплых доверительных отношениях глав двух государств. Обсуждены меры по ускорению реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в августе. Речь идет о соглашениях в таких отраслях, как развитие городской инфраструктуры, промышленное производство, химическая отрасль и IT. По итогам 2023 года товарооборот вырос на 26,5%. На территории Узбекистана функционирует 230 предприятий с участием азербайджанского капитала в сферах торговли, машиностроения, металлообработки, финансов и страхования, операций с недвижимостью, энергетики, сфере услуг, производстве ювелирных изделий, пищевой и легкой промышленности. На взаимной основе реализуется солидный портфель крупных взаимовыгодных инвестиционных проектов. Китай активно способствует глобальной модернизации и общему благополучию в рамках БРИКС. Об этом было сказано на форуме БРИКС по сотрудничеству в сфере новой промышленной революции. Основная тема форума – глобальные вызовы и возможности, связанные с инновациями и промышленной трансформацией. Особое внимание отводится индустриализации в странах БРИКС и других развивающихся странах. В этом году в форуме участвуют делегаты из 40 государств и международных организаций. Отмечено, что страны БРИКС и другие государства с формирующимся рынком очень заинтересованы в процессе индустриализации и активно участвуют в обменах и сотрудничестве в этих новых областях. Мы активно продвигали открытость на высоком уровне и делились возможностями роста и дивидендами с другими странами. Мы также активно реализовывали глобальную инициативу развития, делая акцент на зеленом развитии, новой индустриализации и цифровой экономике. Эти меры способствовали новому партнерству в промышленной революции и придали мощный импульс глобальному экономическому росту. Участие в форуме имеет важное значение как для государственных структур, так и для бизнеса, представляющего страны БРИКС. Это отличная возможность обменяться опытом, углубиться в совместную повестку работы, ознакомиться с текущими трендами и, конечно, подвести итоги взаимодействия за год, считают участники. В таких мероприятиях можно сформулировать новые планы, обменяться мнениями по актуальным вопросам развития цифровых технологий, нормативного регулирования государственной поддержки и другим важным темам. Напомню, в настоящий момент заявки на вхождение в БРИКС подали 30 стран, в их числе Азербайджан, Турция, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Венесуэла, Пакистан, Малайзия и Казахстан. В турецкой провинции Кахраман-Мараш, пострадавшей от разрушительного землетрясения, открылась начальная школа имени Гейдара Алиева. Школа наглядно демонстрирует единство, являющееся основой укрепления всего тюркского мира. Наглядный показатель братства между Азербайджаном и Турцией. В турецкой провинции Кахраман-Мараш, пострадавшей от сильнейшего землетрясения, открыли начальную школу имени Гейдара Алиева. Церемония открытия образовательного учреждения прошла сегодня на территории строящегося квартала Азербайджан при участии министра науки и образования Азербайджана Эмина Амрулаева и министра национального образования Турции Юсуфа Текина. Эта школа – один из хороших примеров Азербайджана-турецкой дружбы. Она расположена в квартале Азербайджан, построить который поручил президент Ильхам Алиев. Верим, что все выпускники этой школы в будущем будут достойными представителями как Турции, так и всего тюркского мира. Мы надеемся на то, что школы в Азербайджане будут сотрудничать с этой школой в последующем. Азербайджан – это страна, которая всегда вместе с нами. Не зря говорят «одна нация, два государства». Сегодня мы собрались на открытие школы, которую построили по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Наша задача заключается в сохранении солидарности между двумя братскими народами. Мы должны сделать все, чтобы наше единство передавалось будущим поколениям. При строительстве трехэтажного современного здания школы, фундамент которого был заложен в апреле прошлого года, были учтены интересы детей с ограниченными возможностями. В школе есть спортзал, библиотека, комната для молитвы, а также убежище для обеспечения безопасности учащихся в различных ситуациях. Мы благодарим Азербайджан и Турцию за инициативу открыть школу в нашей провинции. Я, а также ученики этой школы счастливы, что теперь мы стали частью этого заведения. Здесь все продумано до мельчайших деталей.
Я хотел бы поблагодарить всех причастных, особенно президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджеба Тайиба Эрдогана, а также всех, кто нас поддерживает. Сегодня здесь состоялось открытие нашей новой школы. Глава Министерства образования Азербайджана заявил, что братство Азербайджана и Турции проявляется в конкретных проектах и программах. Одним из проявлений братства стала начальная школа имени Гейдара Алиева в Кахраман-Мараше. Строительство школы в зоне бедствия осуществлено по линии Госагентства жилищного строительства Азербайджана за счет средств, выделенных азербайджанским правительством. Трехэтажное здание учебного заведения включает более 20 классных комнат. Наряду с занятиями в начальных классах в школе предусмотрены кабинеты для занятий в подготовительном отделении, также носящим имя общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Жаля Гусейнова, Турава Сади, CBC. Канцлер Германии Олаф Шольц в гневе из-за сорванных переговоров с оппозицией по вопросам миграции. Глава правительства страны обрушился с критикой на блок христианских партий и назвал действия коалиции позором для всей Германии. В свою очередь, оппозиция назвала политику Шольца бездарные и призвали властей к разумным действиям. Будапешт может начать отправлять мигрантов в Брюссель. Об этом в интервью австрийскому телеканалу заявил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш. Касаясь предыстории миграционного вопроса в Европе, Гуяш заявил, что в 2015 году Будапешт впервые в Евросоюзе разработал систему транзитных зон, согласно которой подавшие на убежище должны были ожидать решения суда о предоставлении им такого права, и только в этом случае они могли въехать в страну. И по мнению главы офиса венгерского премьера, это единственная система, эффективно позволяющая контролировать приток мигрантов на границах. Однако суд ЕС нашел в этом предложении нарушение европейских договоров и систему поменяли. Когда же Будапешт предложил мигрантам подавать прошение об убежище в посольстве Венгрии в Белграде, суд в Брюсселе снова указал, что это противозаконно. Если мигранты приедут, мы отправим автобусы с ними в Брюссель. В такой ситуации мы оказываемся неспособны удержать поток мигрантов, которые хотят в Европу, в Вену, в Берлин, и не можем арестовывать их. Получается, что все подряд могут приехать в Европу, в Шенгенскую зону. Я считаю, что это смертельная опасность не только для Венгрии, но и для Австрии и Германии. В Европе резко отреагировали на подобные заявления официального Будапешта. Бельгийское правительство выразило возмущение планами Венгрии отправить нелегальных мигрантов в Брюссель. В МИД Бельгии назвали это заявление провокацией, противоречащей европейским обязательствам. Мэр города Брюсселя также осудил это заявление Будапешта и потребовал от премьер-министра Александра де Кроо заблокировать эти автобусы на границе. Представитель Европейской комиссии Анита Хиппер назвала предложение Венгрии отправить автобусы с мигрантами в Брюсселе неприемлемым и предупредила об ответных мерах. Заявление венгерских властей о том, что они будут перевозить нелегальных мигрантов в Брюссель, неприемлемо. Это явное нарушение законодательства ЕС, но также это будет явным нарушением принципа искреннего и лояльного сотрудничества и взаимного доверия. Кроме того, это также подорвет безопасность Шенгенской зоны в целом. Поэтому комиссия поддерживает связь с венгерскими властями, чтобы гарантировать, что эти действия не будут иметь места и что Венгрия воздержится от них. Тем временем миграционный вопрос встал не только между Будапештом и Брюсселем. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил возмущение планами Германии о возвращении пограничного контроля сроком на полгода. По словам Туска, возвращение пограничного контроля – это де-факто приостановление действия Шенгенского соглашения в большом масштабе. И Польша не может согласиться с решением Германии, призванным сдержать миграцию. Польский премьер объявил о срочных консультациях с другими соседями Германии, которых также могут затронуть эти планы. Мы ожидаем в ближайшее время решения со стороны Германии об усилении пограничного контроля со всеми соседями, в том числе, конечно, и с Польшей на всех пунктах пересечения границы. Де-факто это приостановление Шенгенской зоны в таком большом масштабе. Мы обратимся и к другим странам, которых коснутся эти решения Берлина в ближайшие часы, с просьбой срочно провести консультации относительно действий Евросоюза по этому вопросу.
С 16 сентября ФРГ временно вводит пограничный контроль на всех сухопутных границах. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объяснила это необходимостью ограничить нелегальную миграцию и защитить внутреннюю безопасность страны. 1 сентября в Саксонии и Тюрингии состоялись выборы в земельные парламенты. В обоих регионах победила правая альтернатива для Германии, а левый союз Сары Вагенкнехт показал неожиданно высокие результаты. Обе партии выступают за прекращение войны в Украине и ограничение миграции. Михаил Таутиев, CBC. В ночь с 10 на 11 сентября прошли первые и, возможно, единственные теледебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Несмотря на то, что дебаты начались с рукопожатия оппонентов, за почти двухчасовой эфир они не раз переходили на личности. По данным телеканала CNN, Харрис победила на дебатах с Трампом, набрав 44% голосов зрителей. Впервые на телевизионных дебатах в Филадельфии встретились два кандидата на пост президента США – Камала Харрис и Дональд Трамп. Оппоненты критиковали друг друга и обвиняли во лжи. Камнем преткновения стали такие темы, как российско-украинский конфликт, война Израиля с Хамас, экономическая ситуация и миграционный кризис в США. Первая часть дискуссии и первый вопрос, который задал ведущий телеканала ABC Дэвид Мьюер, были посвящены экономике. Цитата. «Верите ли вы, что американцы живут лучше, чем 4 года назад?» Харрис отвечала первой. Она пообещала решить проблему стоимости жилья, помочь молодым семьям и малому бизнесу. Давайте поговорим о том, что оставил нам Дональд Трамп. Он оставил нам худшую безработицу со времен Великой депрессии. Дональд Трамп оставил нам худшую эпидемию общественного здравоохранения за столетие. Худшее нападение на нашу демократию со времен гражданской войны. И все, что мы сделали, это привели в порядок то, что устроил Дональд Трамп. При этом, как заявил сам Дональд Трамп, в США ужасная экономика из-за инфляции, которая разрушает страну. По его словам, Харрис просто скопировала экономическую программу Джо Байдена. Послушайте, у нас ужасная экономика, у нас инфляция, которая на самом деле известна как разрушитель стран. Она разрушает государство. У нас такая инфляция, какую мало кто видел раньше. Возможно, худшая за всю историю нашей страны. Харрис напомнила про уголовные дела, возбужденные против республиканца, а также заявила, что в случае победы тот прекратит действие Конституции и будет использовать Министерство юстиции против своих политических оппонентов. Трамп в ответ назвал Харрис марксисткой. «Она войдет в историю как худший вице-президент», — сказал он. Трамп также возложил на Демократическую партию вину за совершенное на него покушение, заявив, что получил пулю в голову из-за риторики демократов в его адрес. Что же касается миграционного кризиса в Соединенных Штатах, Трамп заявил, что из-за нелегальных мигрантов ухудшилась ситуация с безопасностью. По его словам, администрация Байдена, Харрис, впустила в страну миллионы мигрантов и преступников. Они едят собак. Люди, которые приехали, они едят кошек. Они едят домашних животных, местных жителей. То, что происходит в нашей стране, позор. В ответ модератор дискуссии заявил Трампу, что телеканал связался с властями Спрингфилда, которые опровергли данный слух. Сама же Харрис лишь высмеяла заявление Трампа. Несмотря на то, что основной упор в дебатах был сделан на внутриполитическую повестку, часть вопросов модераторов была посвящена внешней политической ситуации в мире, включая подходы кандидатов к урегулированию конфликта в Украине. Чтобы вы понимали, ее отправили договариваться о мире до того, как началась война в Украине. Через 3 дня после этого Путин вторгся и началась война. Все, что они говорили, звучало глупо. Они произносили неправильные вещи. Эта война не должна была начаться. Они отправили говорить ее с Зеленским и Путиным, а через 3 дня началась война. Как я уже говорила в начале этих дебатов, вы услышите кучу лжи от Трампа. И вот еще одна. Я на самом деле встречалась с Зеленским за несколько дней до начала войны. Америка всегда стояла на позициях лидера, поддерживающего международные правила и нормы.
Оппоненты коснулись и ситуации на Ближнем Востоке. Отвечая на вопрос ведущего о нападении Хамас на Израиль, Трамп снова повторил, что этого бы не произошло, будь он президентом США. Цитата: «Если Харрис будет президентом, через 2 года Израиль перестанет существовать». Харрис, в свою очередь, вновь повторила, что Израиль имеет право на самооборону. В заключительном слове Харрис снова заявила, что собирается быть президентом для всех американцев. Вы услышали сегодня 2 совершенно разных видения нашей страны. Одно из них ориентировано на будущее, а другое на прошлое. Это попытка отбросить нас назад, но мы не вернемся туда. И я верю, что американский народ знает, что у нас гораздо больше общего, чем того, что нас разделяет. И мы можем наметить новый путь вперед. Трамп в заключительном слове обрушился на Харрис и сказал, что ее политическая программа ничего не значит, а за 4 года на посту вице-президента она ничего не сделала. Прощаться с друг другом соперники, к слову, не стали. Просто развернулись спинами и вышли из студии. Пока неизвестно, встретятся ли кандидаты до выборов на дебатах еще раз. Но оба штаба не исключали такую возможность. Документальный фильм телеканала CBC об азербайджанском прошлом Еревана был показан на фестивале в Амстердаме. Речь идет о ленте «Скрытое наследие Еревана», включенной в список соискателей главного приза престижного кинофестиваля «Around Films» в Амстердаме за лучший документальный фильм. Международный кинофестиваль «Around» — это независимое ежегодное мероприятие, в рамках которого представляются художественные, документальные и короткометражные фильмы, претендующие на получение премии. В жюри конкурса входит актер Дэнни Гловер, обладатель 4 премий Грэмми, сценарист Джим Райдер и другие. Они копали и видели этот город, и сразу закрыли. Это был вечерний выпуск новостей. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч.